Сыктывкар сачкала вуличку жаулыща селящины мыйналан муа вова. И чукармосса мын юрына нышта игун. Йошуаны мыйтая лёг ващищ тема восна. Мы ё скораны лыщадны маты да свит вонин. Мыйн мучады свищтала миян водже мунышчо жетын. Сергей Гойдык, коромя свиджалын карса ёршис юкмас, бурыштат ищса гумлала лишаламваса, адьёры сэрмат джикач ойдны, помка эста отрубаес, кода тэм нас кынма, та основаясли некача ежнеса, иса пета кирка ёра. Когда перемерзал оголовок этой тысячной трубы, линёвой, заполнялась и шла там, где ей было доступно, то есть через стыки всевозможные. Вот здесь вот был прорыв. Дальше как бы тоже подземный прорыв, выход этой воды был сюда на территорию. И заливало, и заливало. И я так думаю, что пока не найдут источник, откуда она поступает, вот со стороны Водопьянова улицы, дороги, вот, мы не избавимся, мы будем сидеть как на пороховой бочке. Бірадны мучаца артмасымын пөшіва бөчка, коммунальшық ясы отсыган, сывданы күнмам трубаса, на джикачта гырыца озраж. В 2019 году три бочки горячей воды было применено для того, чтобы растопить оголовок этой трубы, проходящей от Чкалова, ну, в сторону восточной. Результата никакого. Какой выход? Комиссия все обещает. Найдем, исправим, устраним. И до сих пор движения никакого. Тать Сергей Унашнин шоучил из Карса администрация, но чины освек код велика устущены. Сыч бурья письма на гижены. Мы мужаш вулькеркас, мы купадены бурья кадета районас. Последний ответ от 8 сентября этого года. Текст такой. В связи с тем, что при строительстве и обустройстве района города Сыктывкара вдоль улицы Карла Маркса, Водопьянова, Энгельса, Восточная, ливневая канализация была обустроена хаотично. Из ближайших многоквартирных домов происходит сброс воды в центральную ливневую канализацию. В ближайшее время администрации будет проведена работа по доисследованию центральных сетей ливневой канализации с представителями управляющих компаний. Сергей Даслен сущад я сваженен витчищене, корнин быра дасне налыч коммунале мычад, да полумен витчищене коркуч де дас. Та шерки мишечим карса мэрия, сюжетца даштеген, вочаковис, эзнаво. Павел Королев, Алексей Паршуков, Юрган телеканал.